Погода продолжает радовать смолян теплом и солнцем, но такая жара – это время потенциальной опасности. Медики рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию и избегать долгого пребывания на солнце. Рекомендуется носить головной убор, одежду из легких и дышащих тканей и выпивать стакан воды не реже раза в час. Если в жару пить мало жидкости, то кровь становится более густой, повышается давление, увеличивается риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Жара особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей.